Богатая почва, мягкий климат, обилие солнца, живая вода с гор. Алтай – одно из немногих мест в России, где природно-климатические условия для выращивания зерновых культур идеальны. Все началось с гречихи. Да, это традиционная для Алтая культура, но идея ее выращивания в соответствии с высокими стандартами качества в далеком 98-м году была вызовом для отрасли. Так началась история агрохолдинга «Гудвилл». Сегодня наша компания реализует идею производства полного цикла. Работа по принципу «от поля до прилавка» может гарантировать потребителю качественный продукт. Семенной материал, которым располагает компания, является результатом многолетней селекции ведущих научно-исследовательских институтов генетики и семеноводства России, Белоруссии и Германии. Для выращивания семян используем отдельные площади земель и отработанную бережную технологию посева и уборки. Непременное требование к посевным площадям – удаленное расположение от магистральных дорог и промышленного производства в экологически благоприятных районах. Вырастить здоровое зерно – половина работы. Сохранить природную ценность – главная задача следующего этапа производства. Бережная обработка зерна позволяет сохранить витамины и минеральные вещества, присутствующие в верхнем слое. После сортировки на воздушных и фотоэлектронных сепараторах мы получаем до 99,9% чистоты продукта на выходе. И только после проверки лаборатории на соответствие требуемым показателям продукт упаковывается. Строгий контроль производственных процессов и качества готовой продукции подтверждено международным сертификатом ISO 22000. Продукция «Гудвилл» отмечена российским знаком качества, превышает требования современных государственных стандартов. Ежегодно мы производим более 100 тысяч тонн продукции и выпускаем более 70 наименований фасованной продукции. Это крупы в мягкой упаковке и в варочных пакетах, хлопья и мука с повышенным содержанием белка, а также готовые решения для завтрака, обеда и ужина, порционные каши и супы с натуральным составом. Вкус и аромат наших каш – это грамотно составленные рецептуры, сознательный отказ от ароматизаторов и усилителей вкуса. Используя натуральные ингредиенты, мы создаем лучшие вкусовые сочетания. Компания производит кукурузные палочки под брендом «Две кукурузы». Наши специалисты выращивают лучшие сорта кукурузы в предгорьях Алтая, отбирают злаки высокого качества, используют в рецептуре только натуральные ингредиенты и тщательно контролируют производство на каждом его этапе. С каждым годом агрохолдинг «Гудвилл» расширяет посевные площади, обновляет техническое оснащение, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Компания показывает стабильный рост благодаря стратегии поступательных, обдуманных шагов, особому отношению к своему делу и земле, уважению к тому, что дает природа. Команда «Гудвилл» — это более 1000 специалистов. Все они являются экспертами своего дела. Качество — это не просто показатель, а вложение энергии каждого сотрудника в готовый продукт. Энергия солнца, гор, энергия Алтая, энергия человека, преданно любящего свою землю, передается маленькому ростку, который в будущем непременно подарит нам сильное зерно и полезные натуральные продукты под брендом «Гудвилл».